Добрый день, мои дорогие друзья! С вами канал Максимац, и мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Эпилог. Короче, в прошлой серии мы с вами снесли ту сраную развалюху. Вон, дядюшка и Чарльз. О, мусор, походу, вносит. Деревяшки, может, на что-то откладывают. Сегодня будет очень интересная серия. Сегодня мы будем строить новое ранчо. Сегодня мы будем красоту настоящую строить. И, во-первых, есть ли место, где поспать? Спать, да. Надо было день нажать, ну ладно. Поспим, чтобы себе индикаторы чуть-чуть пополнить. Другое дело. Что у нас тут по карте? Загон для лошадей. Вернуть Эрнандес. А сейчас мы это самое поедем к Сэдди. Поедем в Блэквотер именно. Так, нам, в принципе, уже не так много реально тут осталось. Совсем немного, тут несколько миссий. Тут меньше десятка миссий, по-моему, осталось. И игра завершится наконец-то. Длинная очень игра, длинная. Минуточку, не понял. Лошадка труп везет. Капец, просто я не могу. Чё только тут не увидишь, а? Да куда ты идешь-то, ёп? Блэквотер, давай иди. Джон Марстон банку должен много чего. Закупленное ранчо там за все такое. Деньги надо где-то раздобыть, поэтому мы вместе с Эдди будем охотиться за головами. Блин, ну чё ты тормозишь-то? Ой. Утомили мы лошадь. Я что-то на индикаторы сейчас не смотрел. Ну чё ты тормозишь-то, ё-моё. Ну не тормози, ну что такое, а? Привязать лошадь. Привет, Сэдди. А, Джон, садись. Да. Ты это... У тебя работа есть?
Да. Но работа всегда есть. В этой стране грабят, подвергаются ограблениям. Или ловят грабителей. Кроме преступников в этом мире, похоже, никого больше нет. И их жертв. Ублюдков, которые хотят ублюдков убивать. А ты кто из них? Я? В свое время я была каждым из трех. Ну так и большинство людей. Наверное. Самое забавное, что эта работа дает возможность снова побывать в шкуре всех троих. В смысле? Ты слышал про Шейна Финли? Скотокрада? Убийцу, вора, где-то убийцу. Его в 5 штатах разыскивают. Я его поймал на прошлой неделе. Он надел на себя платье и прятался в доме для падших женщин. Я собиралась его сдать властям, но меня грабанули. Ограбил мой конкурент. Джеймс Лэнгтон. Мерзавец. Он не нравился мне даже до того, как меня ограбил. Часто такое бывает в твоей работе, а? Да, но все люди вроде меня сейчас, в общем, в пустыне. Там на юге ждут момента, чтобы на север отправиться и сдать его полиции штата. Я просто списала все на неудачу, но теперь, когда ты здесь, мы могли бы его сами ограбить. А деньги хорошие будут? Да, очень хорошие. Кроме того, мне не нравится, когда меня грабят. Вперед. Так куда мы направляемся-то? На юг. Давай. У нас долгая поездка впереди. Долгая поездка. Надеюсь, у нас... Эда. Нам не придется сильно долго скакать, и там катсцена может будет. Надеюсь на это лично сам. У тебя лошадь новая? Кто-то покупает ранчо, кто-то лошадей. Лошади дешевле обходятся. На вид свирепый. Да, еще какой. Мое ранчо, ты знаешь, это нечто. Тебе надо обязательно побывать у нас. Происшествий не было? Ну, бродяги заявились. Ну, в общем-то, и все. Вот и славно. Может быть, те люди, про которых я слышал, остались на севере или подались в другие края. Ну, или уже окочурились. Это хорошие места. Места везде хорошие, только люди плохие попадаются здесь. Ты знаешь, кто там со мной живет? Дядюшка? Да, и помимо него еще. Эбигейл? Эбигейл пока живет далеко отдельно. Вот как. Так ты об этом поговорить хочешь? Ну, может быть. Но Чарльз Смит. Мы нашли Чарльза Смита. Чарльз? Он жив? Да, у него все нормально. Он дрался в боксерских матчах в Сен-Дени. Дела у него не очень там шли. Ему пришлось тяжело, но я думаю, жизнь на равнинах ему на пользу пойдет. Чарльз мне нравился всегда. Передавай ему от меня привет. Да, конечно, передам. Но не могла бы ты сама к нему пробраться. Там хижину себе построить. Я через все это прошла. Еще раз, я не смогу. Теперь я сама по себе, Джон. Я плохо с людьми лажу. Ну, если передумаешь, то скажи. Спасибо. Ну, хотя я вряд ли передумаю. Но спасибо. Ты про дачу что-нибудь слышал? Нет. А ты? Не. Странно, ни одного слуха. А он колоритный персонаж-то. Можно и так сказать. Послушай, то, что с нами произошло, нас всех изменило. Дач, который укутал меня в одеяло после Адрискала, был совсем другой человек, чем дач в Бивер-Холлоу. Теперь он, может, уже и не такой колоритный. Ты видишь человека, который изменился, а я вижу человека, которого вывели на чистую воду. Мы были дураками, что слушались его. Я поплатился за свою глупость. Ну, еще мне повезло. Мика, Джон, это все Мика нас к этому подвел. Я виню себя за то, что долго слушался Датча. Но во всем остальном, да, я виню Мику. Он где-то рядом.
Да, я даже надеюсь, что мы найдем его. Но не сегодня. Вперед. Впереди есть место, откуда хороший обзор открываются. Они там будут внизу. В смысле, а чё ты, а какого хрена ты слушаешь здесь слез? Я разве на Е нажимал? Значит, Джеймс Лектон, охотник за головами, брался бандита, которого ты поймал в женском пансионе? Шейна Финли, да. И наша цель заставить Лектона отдать его нам. Пока он не ускакал на север и не сдал полиции штата? Да, все так, хотя дать это чересчур оптимистично. А я всегда был оптимистом. Здесь срежем дорогу. Вот это место. Да, вид действительно хороший. Давай в долине его там поищем. Кажется, что-то я вижу. Вот, это они там внизу. А кто-то из них кто? Ну, наша цель это тот, который связан. Как смешно, блин. А этот толстый здоровяк в смешной шляпе, это Джеймс Лектон. Остальные просто на него работают. Как ты думаешь, куда они направляются? Вперед, за ними. Давай, убирай бинокль. Да садись ты на него уже, ёб... Они решили срезать путь через каньон. Так, кстати, я ни разу не помню, что во время нашего прохождения нас с вами какая-нибудь лошадь задними копытами долбанула. Они должны здесь проехать. Ни разу такого не помню. По-моему, такого не было ни разу. Смешные случаи, падения там всякие крутые были. Но пинок лошадки не было. Вот они, будем за ними следовать. Только не свались, смотри. Здесь на север прохода нет. Что же ты задумал? Это ты мне или Лентону? А, прости. Я привыкла, что работаю одна. Я думаю, что они сделают остановку. Можно будет их получше рассмотреть. Если ты не можешь взять силой, то смекалкой брать надо. О, блин, ну тут страшно упасть. Дальше каньон расширяется, мы их там перехватим. Вот эта миссия, кстати, довольно сложная, по-моему. Я когда первый раз проходил, тут умирал часто. Сюда, слезай. Это наш шанс, наверное.
Да, они остановились. Именно там определенно Шейн Финли. Ну и чего они ждут там? Думаю, остальных людей Лэнгтон? Похоже, у Лэнгтона и дела неплохо идут. Почему у него столько людей, а ты в одиночку работаешь? У меня есть ты, а ты десятка стоишь. Да, зашибись. Ну и что скажешь? Пригрозим им, начнем стрелять или подкрадемся и расправимся поодиночке с ним. Думаю, скрытность лучше всего тут. Но решать тебе. Скрытность. Подкрадемся. Я за тобой. Ладно, пошли. Держись рядом и не высовывайся. Не споткнись на камнях. Двое под нами. Подберемся поближе. Так, а нам что, нож надо взять? Но перестрелка по-любому будет. Так что сильно-то не расслабляемся сейчас. Обойти не получится. Ты возьми на себя одного, а я второго. У тебя есть метательный нож. И... Бумс. Готовы. Пошли. Еще часовой впереди. Хорошо. Услышат они нас на этих мостиках, но попытка не пытка. Черт, он реально скрипит. Ой, нас заметили. Да че он не умирает-то, ёп... Ай, блин, тут... Некоторые так прячутся, что... А, вот они! Я думал... А, я думаю, откуда они стреляют? Блин. Оттуда-то я не вижу никого. Да блин, я реально никого не вижу, серьезно вам говорю. Да блин, за камень, давай. Хотя камушек-то нас хрен скроет. Перезаряжать сраные пистолеты, как я это не люблю. Да блин. Да, вот перестрелка вот эта мне не нравится тем, что тут хрен чё увидишь, блин. Да блин, как он скрывает сразу. А, вон откуда стреляют. Была бы у меня бы снайперская, у меня еще что-нибудь есть. Нет. Было бы легче. Что-то я забыл про меткий глаз, если честно. Я его не взял-то сразу, блин. Т.
Так, спускаемся. Ай, блин. А тут спуск был вообще нормальный, нет? Я что-то проморгал на ней, кажется. А, так вот, спуск нормальный же есть. А, он связанный уже. Так, палить по нему не надо. Блин, где, где? Вау, трое сразу. Так, все. Короче, со второй попытки даже бы быстрее получилось. Погляди-ка на него, он мертв, что ли? Это тебе за то, что ты ограбил меня, Лентон. Ты с ней знаком? Ну, там будет видно. Ой, тут кактус. Так, заберем Финтли и сваливаем. Ты повезешь его. Короче, что-то в первый раз я тупил, второй раз... Все, уходим быстрее. Второй раз я это сразу... Я, короче, часто использовал глаз вот этот меткий. Что ж я забыл-то про него сначала? Блин, куда ты идешь-то, блин? И туда. Так, ладно, тут не видно никого, так что пофигу. Блин, что-то много их. Еще всадники. Это конец каньона. Так, мы, наверное, ушли от них, да? Фу, все, наконец-то. Это жестко было. У тебя в камере ведро есть? Эй, я серьезно. Ну так и я тоже серьезно. Врежь-ка ему, Джон. Эй, это не обязательно делать. Что она тебе нам говорит? Не надо бить меня. Я хочу, чтобы со мной достойно обращались. Эй, тихо. Ты же слышал, что дам, просит, да? Еще раз заявляю, я не виновен. Эта женщина выдернула меня из постели, похитила меня, а затем позволила Лентону меня похитить. Потом ты их всех убил и сам меня похитил. Я жертва, будь ты проклят. А, Джон, заткни его нафиг. Не слушай ее, дай мне высказаться. Незачем бить меня, мистер. Да, только послушай, как он юлит, бог ты мой, а? Плохой пес. Охота за головами — это нелегкое дело, Джон. Да. Но я вижу, что оно окупается. С партнером-то куда проще все. В этот раз тебе не очень-то понадобился партнер. Ты сама справилась? Мы оба неплохо работали. Теперь с Лентоном и его людьми покончено. О, Сэдди, ты же знаешь, что сейчас я стал владельцем ранчо. Ну, почти. И я знаю, как ты расплачиваешься за свою ранчо. Никому не рассказывай. Не буду. Но было бы еще здорово немного с тобой поработать еще. Может быть, приду. Перегородили дорогу. Вот мы и на месте. Бери и сдавай его, Джон.
Вы двое твари, ублюдки. Мы привели Шейна Финли. Отлично, давайте поставим его в камеру. Блин, не туда. Я Проуди. А, с той стороны камеры. Эй, полегче. Вот и твоя камера, дружок. Мы посмотрим, как ты будешь на веревке болтаться. Эй, за что? Я же ни в чем не виновен, ни в чем. Да, броня все. Ты же говорил, что потерял его. Да, так и было, но мы нашли его. Да, и Джеймс Лэнгтон мертв. Мы его убили. О, ну зачем же вы это сделали? Он ограбил меня. А, ладно. Вот. За Финли назначены хорошие деньги. Я знаю. Эти деньги... Тоже хочешь повезти банк? Нет, я сам их заберу. Ладно. Джим Милтон. Вы... Джон Марстон. Ладно, слушай, если тебе будет нужна работа, найди меня в городе. Или я, может, тебя найду. Я завязал уже. Ну да. Береги себя, Джон. Кто это у нас на карте появился? Альберт Кикс. Ладно. Ух, трудным же было это задание, блин. Очень трудным. Так, чистим лошадку, потом... Блин, ну зачем оружие-то достал, блин? Блин, мне мышку новую надо покупать. Тупит уже мышка моя. Да пофигу мне на эти письма, ё-моё. Прошу прощения, сэр, вы здесь работаете? Не, я просто стою тут ради смеха. Да, шучу. Работаю, конечно, да. Чем могу помочь, друг? Не подумайте, что я псих. Но один старый осел сказал мне, что тут можно купить уже готовый дом. Нет, вы не псих. Вы новейшее изобретение. Это очень удобное и экономичное изобретение. Какой именно дом-то вам нужен? Каждый из них уникален, но... Они при этом все одинаковые? Чего? Возможно, я говорю слишком быстро. Вы хотите купить этот дом, да? Да, хочу. Я дам вам роскошный, абсолютно уникальный, уже готовый дворец. А вы, если вы закажете дом сегодня, вам уже через несколько недель его доставят. А может и раньше. Вот это беру. А, да, он есть в наличии. А я уже кредит взял в банке. О, отлично. Так, напишите свое имя вот здесь. И распишите здесь и здесь. И вы станете гордым владельцем фабричного сборного дома. Так просто? Да, знакомство. Мистер Мартин. Берт Кейкс. Подождите минутку. Что? О, что ты здесь делаешь? Все в порядке? Да, сам не знаю. Наверное. На ферму пришел один человек. По дороге на него напали. Говорит, что в округе братья Скиннеры орудуют. Их много. Да раньше остался дядюшка. А эти двое кто? Это наемники. Если тут Скиннеры, нам понадобится помощь. У нас и так... Ты хочешь, чтобы ограбили нас? Нет. Эти Скиннеры мерзкие твари. Ну же. Мистер Девон, вы со мной? Мистер... Джим Милт. А, раз знакомство. Мы направляемся к посту Мединга. Зачем? Там есть норвежец, лучший кузнец. Ну что, готовы к работе? Да. Так, мы под пули полезем ради дурацкого молотка. А ты хочешь строить дом снайперской винтовки? Я хорошо знаю Нерса, он хорошую цену даст. Ладно, едем инструменты покупать. Я знаю короткий путь. Давай за мной. Ух, незнакомые...
Диалоги сложно озвучивать. Извините. Так. Наш друг негр или краснокожий? Сдается мне, что у него и то, и другое. Деньги, они... У нас есть деньги. Я видел, как ты там перетрусил. Стрелять нас тут не будут. Да, я знаю Чарльза Смита. Если у него есть причина нервничать, то чаще всего веская. Рядом с тобой будет сидеть вооруженный человек. Ладно, я полагаю, что ты мало что знаешь об этих скиннерах. Да, нет, немного. Я тоже, но я знаю кое-что, как их охраняют. Если грабители видят, что на козлах сидят крепкие и пара на них наемные стрелки, то грабители, скорее всего, подождут другого каравана. Разве они что-то нечто ценное могут вести? А не дерево ли там с инструментом? Что? Нет, постой. Ты слишком мудришь. Наемная стрелка, ты обеспечишь себе спокойствие и безопасность. Так что я буду сидеть и готовиться. А ты на лошадях сосредоточься. Ладно, поступлю так. Может, я уже таким и занимался. Может, я неплохо владею оружием. Но мы с тобой довольно похожи, старина. Я так не думаю. Люди удивляются, как вообще можно так. Ну, на самом деле, это такая же профессия, как и остальные. Дальше направо к посту Монсанита. Когда я прихожу домой, то ставлю оружие на подставку. Там оно стоит. Серьезно, только там? Я о нем вообще больше не думаю. Я думаю о жене и детях. Колю дрова, чиню крышу. Детей спать укладываю. Но когда я здесь, я слежу за обочиной и держу оружие наготове. Стараюсь обеспечить нанимателю спокойствие. Это очень похвально. Ты в хороших руках, я знаю эти места. Просто отлично знаю. Наконец я увижу этого мастера по инструментам, да? Нильсу нужно привыкнуть, но с металлом чудеса вытворяет. Он же, понимаете, норвежец, король викингов. Места местные раньше это самое поклонялись. Похоже, они все еще так и делают. Уже не знаю, как хорошо Нильс знает английский, но свое дело точно знает. А еще он знает меня. Посмотрим, сможем ли мы его уговорить. За даром ты их не получишь. Но, может быть, они будут стоить дешевле. Сегодня я уже купил дом. Пожалуй... Можно уже и не жадничать. Почти на месте. Чуть-чуть. Парни, подождите здесь. Прошу, мистер Милтон. Нильс. Нильс, это я. Уиллард Уэйн. Ага. А это мой клиент Джим Милтон. Окей. Он прослышал, что ты лучший кузнец в этих краях. Ему нужны инструменты. Он строит дом на ранчо Бичерс Холл. Ладно. И у тебя есть что-нибудь есть? Да. Как я и сказал, к нему надо привыкнуть. Но у него золотое сердце и золотые руки. Собираешься куда-то, Нильс? Окей. Знаешь, Милтон ведет дела с ребятами лесоматериалов Кейкса. Может, они заплатят тебе и просто добавят это... Да, конечно. Ладно, пора двигать. Окей. Ладно, Бичерс Холп, пора. Они уже давненько пытались продать эту землю. Я сам к ней приглядывался, было одно дело. Ну, слишком уж много труда нам надо. Для меня слишком, ну ты сам видишь.
Наверное, ты увидал в ней кое-что интересное. Миру нужны такие деньги. Это еще что такое? В укрытие! Черт, это и есть скиннеры, да? Блин, у меня нету глаза. Так, мне надо что-то... Стоп. Блин, да почему я ничего ему сделать-то не смог? Я же пушка была. Так, ладно, ну контрольная точка, наверное, будет прямо здесь. Надо что-то для глаза взять. Что-нибудь есть для глаза, нет? Ну вот это есть. Глаза совсем немного. Уа! Вставай, вставай, блин! Во, повезло как. Думали подкрасться ко мне, да? Срачи. Так, вот тут передо мной какой-то один. На радаре видно, но я его не вижу. Нигде. На, зараза. А, вот. Где все. А, в кустах, зараза, спрятался. Все, они отступают. Ох, ну ладно. Ты там жив? Пока да. Мистер Девон, в порядке? Да. Их больше не осталось. О, опять они. Инструменты у них. Они схватили Уэйна. Так, ладно, оставайтесь здесь и охраните повозки. Идем, Чарльз. Так, доставай пушку. Опа, быстро-быстро в укрытие давай. Скоты. Что мы вам сделали, а? В кустах спрятался, не вижу. Его вообще плохо видно. Кто убил его сейчас? Да где этот, который тут рядом? А, на дереве. Еще один на дереве. А, все. Ладно, пошли. Он повел его вниз. По склону. Right,
Там еще ниже. Да откуда они берутся-то, ё-моё? Да блин, ты можешь нормально укрытие-то спрятаться, а? Так, с ними покончено, идем дальше. Где Уэйн-то, ё-моё? Слышишь что-нибудь? Тут тихо совсем. Чарльз, я инструменты нашел. Так, а где мистер... Черт, а? Какие скоты, а? Ладно, надо спешить. Идем. Назад дороги. Черт. Еще совсем недавно он мне все уши прожужжал. Он знал, во что ввязывался. Эти скиннеры все знают. Кроме меня. Не сейчас, Джон. Чарльз, тебе не тяжело? Я справлюсь. Не будем заливать кровью еще и тебя. Он... Это плохо. Его раскроили. Голову пополам разделали. Мистер Уэйн погиб. О, нет. Надо убираться отсюда. Так, в какую сторону их положить? Сюда? Ладно, поехали отсюда. Ну где-то там, давай. Садись быстрее. Ладно, Джон. Я поеду с тобой. Это были братья Скиннеры. Я же говорил, у меня чутье от них. Сэдди тоже что-то про них говорил. Что я землю купил. Дело не в земле. Скиннеры не сидят на одном месте. Они сейчас обосновались здесь. Я думал, что это кровопотливое уже в прошлом. Все. Что это был за бред насчет цивилизации? Блин, не туда поворачиваю. А, ну и фиг с ним, проломали забор, ну и пофигу. Да. Давай уже быстрее иди. Так. Дядюшка! 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 А, я был... Ах ты, мешок с дерьмом, а? Я на страже стоял. Да ну. О, что случилось-то? Братья Скиннеры. Много? Да, очень много. После этого я отвезу мистера Девона в город и похороню мистера Уэйна. Ладно, будь осторожен. Я почти уверен, что мы только отпугнули их. Жуткое дело. Вместе нам спокойнее будет. Ладно. Как скажешь. И Джон, я люблю тебя. Никогда не забывай этого.
ящик с инструментами выполнен. Так, ну и давайте выполним еще одно задание. Оно быстренькое. Как тебе эти планы? Хоть что-нибудь понятно? Да. Думаю, это достаточно просто. Разве может быть сложно такое? Думаю, чтением и планированием должен заняться я. Ну, а ты построй. И как ты мог только подумать, что попытаешься от работы откосить? О, да ты несправедлив. Это просто не соответствует действительности. Все должно быть иначе. Я буду пользоваться тем, что у меня есть. То есть мозгом. А ты используй то, что у тебя есть. Твой недоразвитый мозг. Ладно, давай начнем. Ну, прежде всего, надо основание заложить, а после этого мы должны передвинуть эти балки. Это, конечно, работа не для человека с тяжелым люмбаго, но если ты хочешь еще могилу вырыть в конце рабочего дня. Да, очень классно. А вот и Чарльз, он развеселит нас. Как успехи? Они вернутся, но не скоро. Чарльз, помоги Джону с этими балками. Шевелитесь там, надо начать, пока дожди не пошли. Ты раздражаешь меня. Он прав. Надо приступать. Надеюсь, на эту музыку авторских прав нет. Потому что на одну музыку авторские права уже заявляли в этой игре. Ой, подтормозило чудо. Так, еще раз. Давай, 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 еще немного. А. Давай, 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 давай. Давай, о, хорош.
Вот и все, кажется. Джон Марстон, теперь у тебя есть дом. И у тебя тоже, да? Да. И у тебя, Чарльз. Пока ты будешь с нами. Спасибо. Джентльмены, счастье этому дому. По крайней мере, до тех пор, пока этому глупцу шина не придет. Моя милая Эбигейл, надеюсь, что у тебя и Джека все хорошо. Я по-прежнему дурак, дураком и помру. Но я стараюсь изо всех сил. Стараюсь стать достойным тебя. Я сделал большую глупость, чтобы произвести на тебя впечатление. И вот я купил дом. Та земля, которую ты читала в газете, что в Beecher's Hope, теперь она наша. Мы начнем заниматься фермерством. Мистер Геддес мне помог приобрести землю. На выходе из банка я встретил дядюшку. Я знаю, что ты о нем думаешь, но он оказался чрезмерно полезен. Конечно, по-своему. Чарльз Смит тоже объявился. Он оказал нам с дядюшкой незаменимую поддержку. Вместе мы построили для тебя дом. Я горю желанием тебе показать. Я скучаю по тебе и по Джеку. Даже больше, чем сказать могу. Прошу, возвращайся домой. Навеки твой, Джон. Несколько дней спустя. Дядюшка, я думал, ты... Какого фига? Так, ну давайте посмотрим дом, который мы с вами сейчас построили. Это было вообще классное задание, очень классное. Так, заходим, пока мебели, к сожалению, нет. Но она скоро появится. Здесь... Камин, тут гостиная будет. Здесь пока не знаю, что будет. Я не помню, тут комнаты, если честно. Так, вот тут не помню, что будет тоже. Тут спальни, по-моему, две. Здесь пока заперто, но там будет ванна. Ну, еще есть второй этаж, на котором тоже будет какая-нибудь фигня. Что ж, на сегодня мы закончим. С вас лайкос, подписозы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать стримы. И на группу ВКонтакте. Подписывайтесь. И всем пока.